Горбуша в соевом соусе в духовке всегда получается очень сочной и вкусной. Ее можно приготовить не только в обычный день, но и на праздничный стол. Берите на заметку рецепт. Для приготовления вкусной горбуши можно использовать соевый соус любой фирмы. Запекать рыбу лучше в керамической форме. Сверху можно предварительно накрыть ее фольгой. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Вымойте рыбу и нарежьте ее на порционные кусочки. Форму смажьте растительным маслом, выложите кусочки горбуши. Влейте соевый соус. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Всыпьте сахар. Отправьте рыбу в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут. Аппетитная горбуша в соевом соусе в духовке готова. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество. Далее. Горбуша – 300 грамм. Сахар – 4 столовые ложки. Соус соевый – 3-5 столовые ложек. Масло растительное – 1 чайная ложка. Для смазывания формы. Количество порций – 3. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.